В эфире программа «100 советов. Самоизоляция». Здравствуйте. В студии Ростислав Азизов. В воскресенье 19 апреля верующие амурчане отметят Пасху. Праздник Воскресения Христа является одним из самых популярных среди россиян. Этот день сложно представить без куличей и Пасхи. А вот как правильно выбрать яйца, мы узнали у специалистов Роспотребнадзора. Покупая яйцо, обращаем внимание на сроки годности. В наших магазинах в основном продается яйцо столовое, оно маркировано синим цветом, буква «С». Срок годности такого яйца 30 суток. Ну и само по себе яйцо, оно небезопасно с точки зрения эпидемиологии, так как, естественно, курочки несут его не в клюве, поэтому скорлупа обычно бывает загрязнена различными бактериями и микробами. Поэтому, когда вы пришли домой, обязательно яйцо нужно помыть. Предварительно замочив его в растворе содовом в теплой водичке минут 10, после этого обрабатываем моющим средством, просушиваем и обязательно моем руки. На этом все. До новых встреч. Специалисты советуют варить яйца не менее 10 минут с момента закипания. Чтобы продукт получился коричневым, используйте луковую шелуху. Хотите ярких цветов, применяйте пищевые красители. Украсить яйца можно разными способами. Некоторыми из них поделится Екатерина Рожкова. Поделюсь четырьмя простыми способами, которыми можно красиво оформить яйца к Пасхе. Итак, способ первый с использованием обыкновенной нити. Она найдется в каждом доме. Итак, берем заранее сваренное яйцо и в хаотичном порядке обматываем нить вокруг него. Теперь опускаем яйцо в желаемый цвет. У меня это будет зеленый. Еще один способ – использовать рис. Итак, берем еще одно яйцо, смачиваем его в обыкновенной воде. Это нужно для того, чтобы рис хорошо прилипал к яйцу. И опускаем в чашечку с рисом. Следующий шаг – это капрон. Я думаю, у каждой девушки, женщины он в доме найдется. Помещаем наше яйцо вовнутрь. И туда же засыпаем еще немного риса. Так он более равномерно распределится по яйцу. Следующий способ тоже с использованием капрона. Его сделать проще, чем предыдущий. Так, нам понадобится листик, ну и любая другая зелень. Прикладываем ее к нашему яйцу. Это будет своеобразный узор. И также помещаем в капрон. Следующий способ поможет сделать радужный рисунок. Для этого нам понадобится обыкновенная чистая белая салфетка. В нее мы аккуратно заворачиваем яйцо. И постепенно опускаем в каждый из четырех красителей. Итак, достаем наше первое яйцо. Аккуратно. Насухо вытираем его салфеткой. И снимаем нитку. Так, вот такое яичко у нас получилось. Так, теперь следующее. Напоминаю, оно у нас будет с рисовым узором. Тоже узор успел хорошо проявиться. Встаем,
убираем листочек. Мы видим узор. И настало время последнего. Ученые советуют употреблять яйца по 2 в день, тогда этот питательный продукт принесет организму пользу. Дело в том, что именно в куриных яйцах содержится холин, который обеспечивает активную работу клеток головного мозга. Также это вещество поможет снизить риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, яйца содержат в себе комплекс витаминов группы В. Они обеспечивают здоровье кожи, ногтей, волос и нервной системы. В магазинах Благовещенска уже начали продавать пасхальные куличи, но, как оказалось, особым спросом сейчас пользуется не только традиционная пасхальная выпечка, но и пряники. Елизавета Соболева из Благовещенска выпекает эти мучные изделия в форме пасхальных яиц. Говорит, дарить такие сладости на праздник уже традиция. Интересно, что сама Елизавета в пряничное мастерство погрузилась несколько лет назад, сменив престижную работу тележурналиста на кулинарное искусство. Яна Лисовая с подробностями. Вот я свои пряники делаю на основе меда. То есть это рецепт, который я, в принципе, люблю больше всего. Я к нему уже привыкла, и в свое время, несколько лет, я его дорабатывала, подгоняла под себя. Это Елизавета Соболева, уже известная в Благовещенске пряничная мастерица. У нее достаточно много заказов и несколько лет кулинарного стажа. Однажды она увидела рецепт этих мучных сладостей в интернете и решила проверить, сможет ли испечь подобные. Потом, говорит, затянула. Первые пряники, которые я пекла по первому попавшемуся рецепту из интернета, это было такое, что мои родные говорили, что это просто перевод продуктов. Их есть было невозможно. Я делала все как положено, все как написано, но они были просто невкусные. Их просто выбрасывали. Зато теперь ее творчество пользуется спросом. К слову, Елизавету Соболеву благовещенцы знают совсем не как кондитера. Именно она много лет подряд рассказывала о главных новостях столицы Приамурья. Работу на телевидении поначалу успешно совмещала вот с таким сладким хобби. Но позже, когда заказов стало слишком много, а времени наоборот мало, пришлось делать выбор. Лиза уволилась с работы и посвятила себя пряникам. Выпекаются пряники при температуре где-то 160-180 градусов, ну это в зависимости от особенностей духовки. Пекутся быстро, минут 10. Пряники в форме яйца для многих стали хорошей идеей бюджетного подарка на праздники. Причем неважно, какие, для любой даты найдется свой рисунок. Чаще всего это вот либо тематика праздничная, идут заказы, то есть на Новый год это новогодний, там варежки, носочки, снеговики, елочки, либо там 8 марта это восьмерки, вот Пасха это пасхальная тематика. Вторые по популярности это пряники с изображением мультгероев, так называемый топпер на торт. То есть если у ребенка день рождения, самый верный способ его порадовать – это подарить ему пряник с изображением любимого мультгероя. Это всегда 100% попадание. Когда выпечка готова, наступает один из важных этапов – роспись с сахарной глазурью и специальными пищевыми красителями. Елизавета признается, на пряниках можно прилично зарабатывать. Спрос позволяет, все зависит от желания. Когда-то я делала там 20 пряников на Пасху, там, потом 50, потом, например, 100. То есть каждый год просто люди меняются. Опять же, есть такой нюанс. Если в этот раз ты пришел там, на 8 марта, если, например, ты подарил воспитателю своему пряник, на следующий год тебе хочется его порадовать уже чем-то другим. Значит, эти люди уходят, они уходят, может быть, к другим мастерам, заказывают другие какие-то подарки, другие какие-то изделия, а ко мне приходят другие. Поэтому как таковой моды на пряники у нас не существует. На этом у меня все. Помните, Пасха – это семейный праздник, а поэтому сейчас лучше остаться дома. Берегите себя и свое здоровье. До свидания.